Так, темные дороги, давайте поиграем. Гонка. Опа, идеальный старт. Едем. Ух ты, я не могу заехать. А что за тачка такая непрокачанная? Я думал, что тачка прокачанная будет. Что заезжать она будет легко. А она слабенькая. Ну ладно. Слабенькая, так слабенькая. Так, а то тоже поди выиграл, да? Конечно, первый стоит. Вторая позиция только. Так, давайте большой воздушный кубок поиграем. Нифига, как ревет, а. Как же он ревет. Подожди, а у этого чувака дыма нету. Только у меня, походу. Странно. Да, кабритик какой-то был. Так, еще первый снег есть. Поехали, первый снег. Идеальный старт. Но кто первее будет, а? Ё-моё! Какой он быстрый. Опа-опа-опа-опа. Есть возможность оторваться. И занять первое место. Давай-давай-давай. Есть. Первое место. Уже лучше. Кубок заработали. Ага. Так, давайте здесь попробуем еще раз. Не знаю, получится у нас здесь или нет. Ну хотя бы показатели свои улучшить. О, вообще поворачивает машинку. Да. Не получилось у нас. Смотри, что ты будешь делать-то, а? Вторая только позиция. Так, ну что, ребятки, поехали на пляжу. Поедем на таком скутере. Так, подожди, я вид поменяю сразу, господи боже мой. Вот так вот сделаем так. А что у вас тут за кепочка есть? А, вот такие вот лопухи. Ну давай, ну в лопухах поедем. Поехали. Ну, в лопушках. Посмотрим, далеко проедем или нет. Нет, немножко монет. Давайте самую монетку возьмем. Так, а у нас, ух ты. У нас 167 тысяч монет. Ага. Можно будет прокачивать любую машинку, практически. Сейчас мы еще подкопим денежек. Опа, оп, монетки. Собираем монетки. Ой, смотри, как я стою, нехорошо. Можно так и упасть. Аккуратно, аккуратно едем. А, если слишком сильно не разгоняться, то еще более-менее... Мы тут проедем. Ого, аккуратно. Так, давай садись на свой скутер. Алло. Как ты сидишь-то там плохо? Ё-моё. Ай, нормально, садись на скутер, девчуша. Девчуша. Смотри, ой, мать моя женщина, она на коленке стала. Кто ж так выиграет-то, а? Как же ты так проедешь-то? Ты много не проедешь на этом скутере, если так будешь сидеть. Но нам ничего другого не остается, как ехать так, с таким причудливым, такой причудливой позой. О, пальчики, если ты вообще вылезла оттуда. Вот, давай нормально садись. Ты сядешь нормально или нет? Вообще, смотри, о, села, молодец. Какая ты молодец. О, тихо. Аккуратно здесь надо ехать. Просто вот переворачивает бедолагу. Так, а здесь мы проедем? Нет? Оп, давай еще немножко. Молодец. Здесь мы проехали, проезжаем. Ох, надо на эту штуку залезть. Опа. А если я не залезу? Блин, а я-то не запрыгну? Слушай, видишь, беда, проблема какая. Ой, давай назад. Попробуем. Не, здесь, видишь.
в любом случае. Оп, эти газа прыгнули мы, реально. Так, бензик заканчивается, быстрее до бензика. Все, взяли. Взяли мы канистру. Хорошо. Так, опять криво она села. Ну, она нормально не может сидеть, а? Ты подумай. Ты только подумай. Так, еще монетки. Продолжаем движение. А ну-ка, аккуратненько. О, вообще, смотри, что она творит. Она уже... Она ногами еще бежит, смотри, сзади. Упала, все, не держится. Да, таким макаром, ребята, я далеко не уеду, если она так себя ведет. О, а у меня там... у меня там еще магнит есть, круто. Вот хорошо, что есть магнит, что-то он слабенький какой-то. Надо будет его покачивать. Так, здесь как нам заехать. Опа! Так, садись нормально. Давай, поехали. Так, давай здесь. Вот здесь на горочку встаем. И поехали. Да ё-моё, ты чё, запрыгнуть не можешь? Ах, разбилась! Ах ты гадина такая, ещё и разбилась. В конце-то концов. Давайте поиграем в гонку. Так. Какой возьмем автомобильчик? Мы выберем вот такой вот Hill Climber Mark II. Вот такой вот автомобильчик возьмем. Так, ну что, поехали. И посмотрим. Нам нужно накопить 200 тысяч монет. Попробуем накопить. Для этого нам нужно просто кататься. И я вам покажу сейчас, где можно получить много денег. Так. Смотрите. Каждый день у нас дают сундучки. И каждый день нам нужно играть, чтобы забрать эти сундуки. Но сундуки бывают нескольких типов. Смотрите, первого уровня сундучок. Также есть сундучок второго, третьего, четвертого, пятого, и так далее. И чем больше мы проедем, тем круче сундучок будет. В нем будет больше монет, больше запчастей, больше алмазов. Поэтому как бы тут все не сложно, просто ездишь и зарабатываешь. Так, опа, аккуратно. Здесь просто мы падаем, проезжаем, мы с этими кирпичками. И скоро нас ждет сундук второго уровня. За сундук второго уровня мы получим около 4000 монет. А если пятого уровня, кстати, ох, там будет вообще много-много монет. Так, а ну-ка давай, давай, поднимаемся, поднимаемся. Конечно, чтобы много проезжать, нам нужно прокачивать машину. Самое эффективное — это прокачивать двигатель. Да. Вон, самое колеса прокачивать, то, чтобы сцепление было лучше, тоже нужно. Но если ты хочешь быстро-быстро ездить, то это двигатель, да. Колес, ты прокачаешь колеса, потратишь денег много. Толку будет немного. Ну, если тебе нужно именно приехать первым. А так прокачивай выбор. И еще и рессоры нужно прокачать. Да, двигатель и рессоры. Тогда ты не будешь заваливаться сильно на большой скорости. Вот видишь, как у меня поднимается передняя часть машинки. Опа! Нифига, смотри, как мы встали, да? Неаккуратно. И мы можем только ехать в одном направлении. Она встать мы не можем. Ну давайте поедем. Куда? Ага, здесь по идее на возвышенном сидит. Оп-оп, давай-давай. Нет, все-таки мы разбились. Посмотрим, сколько нам денег за это. На, 2600 всего лишь дали.